Pesawat tempur Rusia menjatuhkan bom FAB yang menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di Lipsi, menghantam sebuah bangunan yang diyakini sebagai lokasi militer strategis. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya intensitas pertempuran di wilayah timur Ukraina, di mana Lipsi menjadi salah satu titik penting dalam konflik. Bom FAB yang digunakan memiliki daya ledak tinggi, menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan diyakini melumpuhkan sebagian pertahanan Ukraina di wilayah tersebut. Rusia mengklaim serangan ini sebagai keberhasilan dalam upaya melemahkan kekuatan militer Ukraina, sementara pihak Ukraina belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dampaknya. Insiden ini menambah daftar panjang serangan udara yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, menunjukkan bahwa pertempuran di garis depan terus berlangsung sengit. Penggunaan bom berat seperti FAB menyoroti strategi Rusia untuk menargetkan infrastruktur militer utama lawan. Подразделения группировки войск «Север» на Липсовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерско-92-й десантно-штурмовой бригады 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Липсов, Верхней Писаревки, Волчанска и Хрипунов. Вооруженные силы Украины потеряли до 95 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа и 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация». Подразделения группировки «Войск Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 114-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Купянска, Петропавловки, Новоосиново, Кругляковки, Лозовой, Дружелюбовки и Торского. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад. Противник потерял свыше 410 боевиков, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину МАКС-ПРО, 6 автомобилей, самоходно-артиллерийскую установку Брейвхарт, гаубица М198, 2 гаубицы Д-30, орудие Л-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 2 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Серебрянки, Алексеево-Дружковки, Северской, Никифоровки, Веролюбовки, Ступочек, Предтечина, Белой горы, Максимилиановки и Екатериновки. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад. Потери противника составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и FH-70, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицы Д-30 и 3 105-мм орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция РПС-42 израильского производства, нанесено поражение инфраструктуре 2 аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 129 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак МС», 5 реактивных снарядов «Химарс» и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Гродовка. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 117-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 12-й и 14-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Александра Калинова, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка,
Селидово, Цикурино, Красное и Райполе. Отражены 10 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял свыше 420 военнослужащих. Танк «Леопард», 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 352-мм гаубиц М-100Б и 2 105-мм орудия М-119. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотный бригад, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Разлива и Зеленого Поля. Отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 120 военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина «Хамви», 9 автомобилей, 2 гаубицы ФАШ-70, орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Никольского и Велетенского. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, 5 автомобилей, 3 152-мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.